Ребята, всем привет, с вами Александр, Jurassic World The Game. Голос мой немножко другой, я просто бился, не обращайте внимания. Так, у нас тут тираннозавр в наборе, это нам не интересно. Турнир Дейнахера, ну, если я буду в здравии, то постримим его в воскресенье, скорее всего. Да, так, и вот то, что я ждал, и то, чего ждали многие из вас. Это Джаггернаут 32, ребят, потому что задолбали меня последнее время. Вулкан, он вообще в подметке не годится по красоте к нашему Джаггернауту. Кстати, кроме того, вот, ребят, вот это вот видео, не забудьте его посмотреть, там как раз я сравнивал визуально удары и поведение Джаггернаута 32 против Вулкана 19, так что обязательно найдите это видео в поиск на канале, вот вы видите слово Джаггернаут, и оно, по идее, первым выпадает, так что не потеряйтесь. Итак, у нас только начался, а уже 123 миллиона урона начали, буквально тут часок-два максимум идет вот этот турнирчик, и мы, конечно же, туда пойдем. И сразимся по пару раз. Так, ничего, мне казалось, что тут у меня что-то пищит, но вроде как нет. Так, вот такой вот у нас босс. Он травоядный. Сейчас посмотрим, у него характеристики какие. Урон 165 всего лишь. О, 165. Блин, я, знаете, что хочу против него взять? Сейчас мы сравним его с трицератопсом. Давайте возьмем максимального уровня трицератопс 40-й и на сутоцератопс, например, возьмем. Я понимаю, что они, конечно, ничего сделать не смогут, но мы чисто так для красоты посмотреть их возьмем. Они даже могут выдержать пару ударов. Так, что у нас тут еще есть? Кто у нас еще здесь есть? Так, я цератопса каких-то ищу, такого уровня, наверное, повыше. Гиганоцефал. И Аламбии ждут очереди. Так, можно взять Эйниазуха, давайте. Эйниазуха? Это уже из Jurassic World Live. Ладно, давайте пойдем. Блин, не запомнил, какие там были задания. Но наша главная задача сейчас их сравнить. Чё, блин, это круто. Вот. Вау, вообще он божественен, ребятки. Это бог трицератопс. И вы понимаете, откуда он взят, да? Он вот такой, как обычный цератопс. Так, не знаю. Ну давайте, чтобы он хотя бы нас за один, за первый же ход не убил. Так, ну посидим в защите, так он чёт. А, 4, блин, уже сейчас нас пробьет, да? Да, пробивает. Эх, ты ж своего родича. Родича, за что ты родича своего? Так, а это у нас уже на сутоцератопс. Да, он сильно, конечно, отличается. От своего более там 20-10 уровня противника. Давайте. Немножко его ударим. У нас будет сегодня битва цератопсов. Давайте так. А потом уже хищниками будем его добивать еще как-нибудь в субботу, может быть. Может, на стримчике его немножко подраконим. Так, Эйниозавр. Так, ну, мы не будем тут пытаться его там особо пробивать. Наша задача сейчас посмотреть, как смотрятся против него другие цератопсы. И наконец-то я получу тоже еще одну статуэтку Джаггернаута. А, или у меня вообще нет статуэтки Джаггернаута. Значит, есть или нет? Так, давай, атакуй. Мы сейчас посмотрим, что мне там по статуэткам. У меня вулкана точно 2. А вот Джаггернаут есть или нет? Джаггернаут был, по-моему, всего лишь дважды. Первый раз я, наверное, его не получил. Потому что тогда были условия другие. Один. Может, у меня есть, а может, нет. Так. Урон 20 очков на передержать. То есть то, что я называю перенос, называется передержать, а Музлов называет это бонусом, по-моему, да?
Так. Отразить весь урон. То есть 6 в щит поставить, и еще бы еще прилетело 6. И использовать не менее легендарочки. Так, ну передержать это мы сами выполним. А за остальным пока гнаться не будем. Так. Да, вот вулкан 1, вот вулкан 2, а статуэтки Джаггернаута у меня нет. Ну, значит, будет. Потому что, я думаю, люди выполнят это условие быстро. Быстренько. Тут за этот же день наберется больше 1 миллиарда. Так, ладно, давайте идем дальше. И берем только травоядных. Сейчас возьмем уже каких-то покрепче цератопсов. Так. Легендарных там еще нас просят брать. Ну тут легендарных много. О! Вот, а почему бы и не взять? Он, конечно, там не вкачан, но ладно. Так, вот Энич еще здесь есть. И Пахич. Давайте так пойдем. Потом можем Монастиготопса тут взять. Давай против гибрида. Ой, да, блин, маленький, мне кажется, против него. Все цератопсы остальные. Так, ну здесь можно попытаться, хотя нет, вряд ли, то есть троих мы Джаггернаута не пробьем. Слишком много у него жизни. Блин, ну маленький смотрится, маленький. Джаггернаут раза в два, а то и в три тяжелее, наверное. На 4. Блин, ну удар, да, вырос очень сильно. Пробивает он сразу и динозавра. Ну, условия по переносу выполнить. Так, и Пахеринич тут у нас. Ну, давайте сразу на 8. У нас быстрый смотр динозавров продолжается. Он вообще странно смотрится. Давай, Джаги, вставай. Какие красивые рога у него. У нее прям я такой только обратил внимание, что у нее такой двойной ряд шипов. И на разных уровнях находится. Вот. Прикольно. Так, травоядные. Так, у него уже косарь урон, то есть нужно брать таких уже, конечно, матерых тварей. Так, ладно, не будем брать даже первого, возьмем вот, так, вот этих вот ребят. О, ну давайте 40-х возьмем. Погнали. А потом уже можно и Монастиготопса взять. Ну, сейчас, наверное, всех основных еще 1-2 боя сделаем. Основных всех цератопсов мы протестируем. 900. Не пробьешь. А мы давайте будем пока эту сражаясь, выбираем, голосуем, ребятки. Какой самый красивый цератопс для вас?
Ну, то условие, типа, отбить 6 ударов, это, по-моему... Если их нужно 6 за раз, то это вообще какая-то миссия невыполнимая. Молодчинка наш. Чужой танк. Может, просто я просто не защищаю здесь вообще никак. Может, просто надо отразить любым образом, накопительная система, так сказать. Ну давай, атакуй. Не проатаковать. Так, там была, да, вот эта вот теория. Ставить всегда 3 в защиту, и ты типа никогда не проиграешь. Что-то я как-то вот сомневаюсь. Он хотя бы по одному тебя будет пробивать и рано или поздно пробьет. Так, ну может троих завалить? Будет круто. Так, похеринища взять у нас там, да, 40-й следующий. И монастиготопса взять какого-то. На 4. 2 балла у него осталось. Ну давайте 3 поставим. Волшебное число 3, да? Так, ну я пробиваю полностью. Мне как бы тянуть незачем. Эйнио это нас, да, потому что какое-то переводится что-то со словом крюк, да? У него такой рог, крюком. Так, 7-й джаггер. Красавчик, умничка, молодец. Так, что еще? 3 редких существа 1-го уровня. Зачем? Легендарочку взять. И отразить, не видите, не считается. То есть нужно 6 ударов за раз. То есть его заставить ударить на 6, это еще то занятие. Хотя, наверное, проще уже было с обратной стороны крутить. Давайте вот с этой стороны будем крутить. А, вот я уже их и использовал, да? Так, а подождите. А, Пахерина. 40-й. У него слабый удар просто. 20-й. Стоять. А где же ты тогда находишься? Так, ну первого я пропущу, пожалуй. Вот они. Так, кто у нас есть еще из... Да, никого уже и нет из цератопсов, да, все. Ну, можем взять покрепче кого. То есть это будет, ребятки, последний наш бой. Смотрим, максимальный стегоцератопс, максимальный пахерина и 22-й монастиготопс. Блин, ничего себе бьет-то больно, а? Блеска не хватает. Так, ну пожалуй уже нам ханату, да? Ну давайте 3 ставлю в защиту.
еще раз давайте. Блин, а 4 поставил. Ну, ё-моё, не хотел. А у него было 7. Так, давайте еще раз. 3. О, ну так он меня сейчас нормально так проатакует. Нет, смотри, держит он, то есть да, на 4. Если у меня много баллов, он не хочет атаковать. То есть он атакует на 4. А в защиту сам тоже сейчас не ставит. Так, минус 1. Ну еще бы двоих и было бы отлично. Так, мы что делаем? Сейчас поставим 5 защиту, да? Но он скоро за один удар будет меня пробивать. Ну, 6. Атака на 4, да? Атака на 4. Хорошо. Ах, ты ж гад. 2 таки поставил. Выжил. Блин. Не получится. Хотя посмотрим. Но вообще-то он не должен меня атаковать. Зря, наверное, я вот эти вот поставил сейчас защиту. Он, скорее всего, ничего сейчас не будет делать. Нет, смотрите, я проатаковал полностью. Ну, в общем-то, ставить защиту 3 имеет смысл. Это самый популярный удар у него на 4. Это, ну, самый эффективный. Я так раньше и сражался очень давно, когда была задача продержаться как можно дольше, то есть я там и отлавливал, чтобы проходил один удар по тебе. Это самое дольше ты прожить так можешь, да? Но недолго, он все-таки атакует на 4. Так, ну задачу выполнили, мы пробили. Троих. И этот блестит, Монастикотопс хорошо выглядит. Так, ну что, ребят, написали? Какой из цератопсов, который я вам сегодня показал, вам нравится больше всего? Ну, я думаю, наверное, большинству нравится Джаггернаут. Но если у вас другое мнение, то обязательно пишите его в комментариях, ребятки. Мы потом проверим. Голосовалку сделаю за этих цератопсов. Так, опачки, засчитала 1. Отразите весь урон. Как оно считается, непонятно. Расшифровку надо давать. На этом, в общем-то, все. Всем пока.